Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. Я сегодня был в бруклинском офисе, а сейчас еду в район Бенсерхёст, где я раньше жил, когда только приехал в Америку. Когда начинались видео «Русской Америки», вот как раз по вот этим улицам я и катался с работы на работу, из Бруклина в Бруклин. Еду сейчас навстречу с человеком, который хочет продать бизнес, продуктовый магазин. Так что думаю, что сейчас сниму видео об этом бизнесе. И если вам будет интересно, можете задать потом вопросы какие-то дополнительные. По покупке бизнеса я давно уже хотел сделать видео, что... Ну, давайте уже сейчас тогда расскажу, что если вот опция просто найти бизнес, то она стоит $1000. А если опция ходить с вами, ездить с вами, разговаривать, общаться, перепроверять, уточнять и быть таким человеком, который будет всегда с вами, если у вас будут какие-то вопросы, вот вы приезжаете и не знаете ничего, даже в каком районе покупать или куда ехать, что говорить, вам нужен переводчик. Вот если я и моя команда будет участвовать в этом процессе, то, конечно, это будет не $1000 стоить, а другую сумму. Но это уже по договоренности надо разговаривать, потому что зависит от бизнеса, от времени, сколько тратится. Может, и $5000 это стоит, а может, и $10000 стоит такая услуга. Поэтому многие думают, что вот, если мы берем $1000 за подбор бизнеса, то значит, мы всю сделку до конца завершаем. Даже представление там у одного человека было, что туда входит и бухгалтер, и адвокат, и виза Е2. То есть вот все под ключ. Вы же $1000 берете. Ну вот, не так это, как некоторым кажется. Так что по покупке бизнеса уточняйте, пожалуйста. Это хороший способ, особенно для людей из стран, которые могут зафалиться на Е2 визу. Это хороший способ получить длинную визу, которая позволит работать в Америке, управлять своим бизнесом. Либо можете купить бизнес, если вы уже имеете легализацию, либо в процессе легализации. То есть это можно не связывать. Иммиграцию и покупку бизнеса это не обязательно связывать. Тоже мы этим занимаемся, пожалуйста. Не обязательно, что если вы должны покупать бизнес, если мы будем делать для вас помощь по иммиграции. Нет, это не так. Если вы хотите просто купить бизнес, зарабатывать на нем, вы можете по турвизе его купить на самом деле, взять здесь управляющего, приезжать, проверять периодически. Хотя я, например, не сторонник такого, я все-таки сторонник, что хозяин должен здесь находиться и контролировать это все. Так, мне надо посмотреть в навигатор, потому что я понял, что это на 20-й улице, где точно не знаю. Так, смотрю. Да, вроде правильно, 84-я, 20-я. Напоминаю, наш Viber +1 347 265 61 86. Если у вас есть вопросы по покупке бизнеса в Америке, не обязательно это должен быть Нью-Йорк, это может быть любой штат, любой регион. Бизнес рассматриваем от $50000 и выше. Бизнес должен быть проверен обязательно. Для этого мы поможем подобрать юриста, подобрать аудитора. Все это мы делаем, опыт есть, у нас большой опыт, поэтому набирайте, спрашивайте, не стесняйтесь.